Риму нужны союзники. Я вас приветствую, друзья, с вами Верус, и тут мы с одним из потенциальных как раз союзников пытаемся усмирить другого вождя. Ну, все это выглядит как-то странно, но с другой стороны, змеи есть всегда. Идем, поговорим. Тут римляне! В атаку, убить их всех! Так, убить их всех, в атаку. А, у нас ядовитый. Сейчас становишься ты и Калида. Это нормально. Тут союзники. Здесь у нас стоят союзники. У тебя штандарт. Штандарт усиливает тех, кто стоит рядом. Кстати, я предлагаю отойти тогда, не подходить, убить вот этих. Ну, если что, бестия. Ну, они могут первые ударить. Поэтому нам нужно встать в защитную позицию. Союзники со спины стоят. Здесь мы сейчас можем занять позицию поудобней как-нибудь. Боец с щитом тут, допустим, тут. Калида, спрячься вот сюда. Но он вряд ли спрыгнет. Хотя может спрыгнуть. Он может в любом случае спрыгнуть. Но если попытается ударить, эти двое прикроют. Они как раз прикроют и тебя, и ты его. Но тут нормально. Если эти сейчас побегут, отсюда спрыгнут. Но они бьют первые, я думаю, в любом случае. Поэтому разберемся сейчас. Погнали. Друг, я же говорю, что не получится, а? Никогда, в тебе не сомневался. Ну что, пора крушить время. Короче, это подстава жесткая. И тут со спины нас еще и начинают бить. А чё вы... О! Нормально. Бестия тут неплохо. Калиду вот не трожь. Калиду не трожь, пёс! Я сейчас буду вас убивать. Как же я вас сейчас буду убивать? И вырубили еще у нас одного. Я убью вас, лодочники. Я всех вас убью сейчас. Так, он спрыгивает. Так, скольжение. Ох, масло! Умрите с честью, у нас задание появляется. Там еще мы в масле стоим. По идее, из этой точки надо выбегать срочно. Блин, Калида еще шлепнулась. А он еще и будет бить. Он же оборону занял. Но сюда мы забежать не можем. Попытаться вырубить его тоже. У нас два выведенные из строя, третий лежит, и вся в итоге надежда на бестию. А этот следопыт, кстати, может убивать сейчас наших. Косяк. И никак не оборвать. И никак не привести в чувство. Потому что используем расходняк или что-то делаем, этот бьет. Очень хреновая позиция. Получается. Еще и так хорошо повырубали. Но его смысла нет атаковать. Фронтальная атака любая будет отражена. То есть тут бить его можно, но сейчас же этот начнет стрелять по нам, по идее. Да и атаковать здесь неудобно. Ну да, он стреляет. И вновь сейчас будешь стрелять. Так, критический урон. Но тебя
больше не трогает. Значит, работай. Так, отлично. Сюда тебе уйти сейчас не получится. Но попробуем... Он хороший критический урон. Так, предателя мы вырубили. Так, тебя бы подлечить, но Синероса сейчас чувство привести будет сложно. Этот отразит удар. Первый удар он отражает в любом случае. Выходим сюда. Ох, тут срабатывает ловушка. И его еще поймали, он уже и шагу не сделает. Скользящие удары. Да, у него он застревание, к сожалению. А, не, не... Ты отражаешь, да, все. Но бестия делает многое. Правда, для победы пока этого мало. И бестия мог бы сделать еще больше. Вот только... Уклонение взять. Вот ты сейчас, кстати, в режиме засады можешь, потому что возле укрытия. Ты возле укрытия, поэтому можешь себе такое позволить. Тебе, наверное, придется... Получить удар, чтобы подлечить. Хотя ты вот его только можешь привести в чувство. Это я бы сказал бы даже... А надо было тебя двинуть с места. Тогда бы ты не получил удар. Ладно, давай. 15-19. Ну, давай сбить с ног. Теперь ты. Выгорание, кровотечение здесь есть. Кидаем дропы. Тут со спины еще к нам. Но они, кстати, вон боятся. Мы их лидера вырубили. Просто так мы не собираемся умирать. Я бы сейчас использовал расходняк, но вот в него можно, кстати, кинуть. Или в него. Перекрой. И тут масло, кстати. По идее, тебе нужно выходить из этих мест. Ты накопишь очки, поэтому... А, подожди, кстати, Калида. Калида же у нас лежит. Калида ранена.
Все, навык мы тратим вот сюда. Все правильно. У Калиды есть дропы. Лечилки есть у этих двоих, но они, блин, бездействуют. На следующий ход они вернутся. А, хотя бы так. Можно бросить вот этот, либо сюда. Но эти в панике. Я думаю, с той стороны уже к нам никто не подойдет. Поэтому бросаем вот сюда. Замедляем. Дай бог, это поможет. Да, отвернулся от вас. Ну вот этот боец бежит. Но тут мимо бестии не пройдешь просто. Приводи его в чувство, правильно. Нефиг стоять бездействовать. Так. Тут вражеские подкрепления еще будут сейчас подходить. Стоять, 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 держаться. Синерос, держись, 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 братан. Блин. Нет, это не Харон. Сейчас все будет хорошо. Ты от застревания уже избавился. В принципе, мы можем бестию отправить вот сюда, и он их сейчас положит. Он вот этих вообще даже уважать не станет никак. Ни в коем случае. Давай. Подходи сюда, давай, ладно. Шикарно. Ты в итоге... Возвращай к жизни. У нас есть травмы. Но это все мелочи. Ты, лечи его. Теперь... Ты атаковать не можешь, но ты можешь... Ага, ты никак подлечить не получится, да? Но тебе, наверное, нужно будет его подлечить сейчас. Жнец через огонь. А давайте вот сюда. Мы сейчас разберемся сначала с вот этими. Скользящий, это плохо. Бежать тебе надо было сразу. Да ёперный кардобалет, чё ты со своим скользящим? Этих двоих добивать или не стоит? Давайте попробуем вот сюда сейчас подойти. Так, мы все свободные атаки уже использовали. Ох ты ж! Промах. Ну, сейчас главаря бы вырубить. Прямо самое то было бы. Наверное, вот сюда подбегай. Сейчас
Сейчас посмотрим, как правильно поступить. О, кстати, бег быка. Клади этих двоих. Пофигу, даже если загоришься. А в дыму нам не должны тут нанести урон, лучники не страшны будут. Если эти решат напасть, предлагаю бросить вот сюда. И отступать. Нестойкие, конечно. Еще и масло. Ну давай, наверное, ты подойди вот сюда. Ты вот так спрячься. Чтоб этот, если что, его убил. Калида. Калидочка ты моя. Хорошая. Так, ну что? Мы можем повалить тебя. Чтоб ты горел синим пламенем. Тут еще боец к нам будет приближаться. Калиде, наверное, нужно вот сюда отойти. Бросить вот так колючки. И перехват. Если кто-то здесь попытается шевелиться, убивай. Так, эти паникуют, нормально. Ой, красотка. Ой, умница. Умничка, умничка, Калина, сейчас. Сейчас команда наша. Все будет хорошо, не паникуй. Help me, and I shall help you when you are in need. There you go. Be careful next time. Так. Ты должен был, блин, атаковать на этом ходу, но такая западня получилась. Отвратительная у нас. Но она ударит, да. Давай сюда. Бестию лечи. Бестию лечить. Этого окружить. Ох, тут еще и ловушки стоят. Твою ж за ногу, а. Тут реально ловушек тьма. Бестия сейчас бы встрял. Отходи вот сюда. С
ставим дозорчик таким вот образом. Тут лечение. Здесь ловушки, это очень плохо. Кровотечение, выгорание. Ты бы сейчас очень помог, но, к сожалению, ловушка задержала. С этой стороны все-таки подходят. Но здесь вон шипы сейчас. Не трожьте Синероса, вы... Да достали. Ну ударь, Синерос! А ну он палкой бы достал, а так нет, конечно. Есть такой косяк. Так, отравление. Perhaps I need someone to help me here. You are mostly fine. Get back into the fight. I need some attention. Does this hurt? Good, that means you're fine. Так, жди. Так. Их начальника мы вырубили. Так, что ты там используешь? Бдительность, перехват позволяет вам две цели, пока не истечет. Здесь мы тоже можем еще использовать ловушки, чтобы этих задержать. По идее, этих бестия может убивать сейчас. Но здесь опять ловушки, 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 и бестия может очень сильно встрять. Можем этих отправить, ловушки попытаться снять. Тебе в любом случае вот это вот нужно использовать. 5 ударов. Чтоб первый удар не пропал. Ты у нас кто, берсерк? Тебя точно нужно добить. Блин, скользящим. Нельзя так делать. И тут Синероса лечить или этого убить. Ну, в принципе, мы можем отойти вот сюда. Сейчас. Вон еще одна ловушка. Добить пилумом. Спокойно вернуться. Убить тебя. Вылечить Синероса. Бестия спокойно убьет его. Умирать мы не собираемся. Да нельзя так делать. Блин, а у тебя ж не хватает концентрации. Косяк. Придется здесь Калиди добивать. Но эти могут и добежать, а могут и не добежать.
Давай, наверное, лучше сделаем так. То есть ставим дозор таким вот образом. Тут маслица. Вас отправим пока что куда-нибудь вот сюда. Давай, штандарт надо ломать. Ну, вот тут ловушка есть, да. Закапывает сразу. Но бойцы с щитами, я надеюсь, справятся. Отлично. Здесь хорошо сработал дозор. Ничего страшного, ничего страшного, не паникуем. Восемнадцать как раз. Штандарт ломаем. Туман здесь прошел. Бестия может их поубивать. Уф, 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 так. Снимай эффект. It's all right. You're going to live. May I request some help, please? Feeling better? Снимаем эффект. В принципе, вроде бы справляемся. Лучника снять было бы идеально. Но бестия может добежать до вот этого лучника сейчас. Вопрос по ловушкам, конечно, открыт. Здесь они есть или нет еще? Очень опасно куда-то уходить. Давай, Синерос, вот сюда. Ты накопишь в любом случае... Давай вот сюда. Ну вот, ловушка, да, кстати. Бестию сейчас отправил бы, если что. Ну, Калида сама не поубивает их. Ладно, давай, бестия. Четырнадцать-девятнадцать. У тебя, если что, максимум один удар. Давай, нужно концентрацию создавать. Ну, в принципе, можно вот так сделать сейчас. Ох ты, но он умрет. Он сейчас умрет. Калиду перекидываем тогда вот сюда. Расходняк используем. Потому что лучник, если добьет, чтобы она выжила. Преграждаем путь остальным. Здесь, если лучник начнет бегать, чтобы она его тоже могла добить. А, кстати, ты можешь ударить еще этого. Но здесь масло. Ладно, давай попробуем.
Масло вот тут, вот так вот разбито, да? Значит, подходи вот сюда. Эффект выгорания сохраняется. В общей сложности все здесь мы подготовили. Подкрепление с той стороны идет. Отмечен меткой. Но отражение урона срабатывает. Этот хочет зайти со спины. До лучника добраться сейчас может только бестия. Здесь еще один чувак в засаде, которого мы не видим и не знаем. Красавец. У нас отчасти еще греческий огонь тут есть. Мы можем к чертям выжженную землю устроить им. Так, ну давай, наверное, попробуем сейчас тобой ловушки проверить. Ну, вроде бы нет. Ну, дружище, нам нужно, чтобы ты добежал. Там дальше вряд ли ловушки будут, да. Вроде бы все тихо и спокойно. Убить ты его не убьешь. Хотя ва-банк если используем. Ва-банк убьешь. От лучника избавились. Скользящий не получилось. Это значит, лучник еще будет бить нас. Ну, предлагаю в этом случае сделать следующим образом. Ты чуть выйди сюда. Калиду отводим. Ты все-таки становишься таким вот образом. Ты становишься таким образом. Замедляем. И наблюдаем. Да, твои способности останутся. А ну-ка, хотя давай вот так вот мы. Цель не видна. Ах ты ж, чертяка. Ладно, отставить.
Так. Используем знамя. Восстанавливаем твое действие. Делай раз. Бери палку. Восполняй действия. Делай два. Лучника блокируй. Выдержитесь рядом. Можешь, ну, бросить пилом все-таки в этого. И сдаем ход. Вот, я так и думал, что он сюда спрыгнет. Ловить вот этого призрака сейчас будет очень неудобно. О, бестия добегает сюда, отлично. Хорошо, что у него есть лечение. Внятненькое такое лечение. Так, этот в панике. Подкрепление откуда подойдет? Вопрос. Кстати, 6 гексов мне не дотянется. Тоже не дотянешься, да? Но его надо добить, потому что это... Быстрый выстрел использовать. Цель не видна. Подожди, отставить. Ты отсюда сможешь стрелять. Ладно, в любом случае ты подходишь. Ух ты. Наша же, что ли? Осталась там. Ловушечка. Добивай голышом. Делаем невозможное. Бестия, прячем тебя пока что. Ну и Калиду ставим. Но они могут побежать с этой стороны. С той стороны, если побегут, это будет далеко еще. Поэтому дозор вот таким образом выставляем. Пока, давай, ладно. Исключительно в эту сторону. Не, они с этой сейчас бегут. Ух ты, он пробежал. Мимо.
Блин, почему досягаемость хочешь с этой стороны именно ударить? Сейчас бы подлечил кого-нибудь, хоть немножечко, но подлечил, ладно. Так, 3 единицы урона. Твою хилку бы сохранить. Ну давай, ладно. Заходи со спины. Синероса подлечить. Сам себя. Это последняя возможность. Тебя лечить. Братец-кролик. Вот он прячется. Делай все, чтобы он не убежал от нас. Но в целом к нам там сейчас никто не подойдет. Подкрепление, которое вылезет с этой стороны, если что, я надеюсь, бестия включит режим убиваки. Ну, есть шанс, все равно там 5%, что жнец сработает. Если жнец сработает, это будет успех. Не, можно способность использовать. А Синеросу пропадать не стоит. Он сейчас будет под... так вот... заделывать дыры. Подлатает немножечко. Ну да. Так, щит нас здесь спасает. 18-26, убей. Там вообще децл. И снять не получилось. ХП. Поставим вот так. Но с той точки она уже, наверное, левый фланг закрывать не сможет, поэтому хотя бы вот так. Можем сейчас, ну нашего надо с другой стороны. Еще чуть-чуть. Еще на одну клеточку. Отходи. Пока план таков. Синерос мог бы тебя подлечить. В принципе. Главное, чтобы он сам не пострадал. Потому что у этого уже поднимать возможности нет. Все поднимал он. Help!
Эх ты, собака, еще и поднимает тут. Недобитков. Опять бежит. Ну, скользящий, повезло мне. Вот этот вот гад, который ползучий. А, выгорание, вон, не сработало, отлично. Эффект. Блин, жнец. Почему сейчас жнеца у тебя нет, скажи? А тут еще и отражение сработает. Нам нужно вырываться вперед. Умрите с честью. Оборзевшие. Так, ладно, бестия. Попробуй сделать вот так. Добить не добил, к сожалению. Но почти. Я думаю, тут очень большая вероятность есть того, что мы победим. Хотя подкрепления подходят потоком нескончаемым. Давай уклонение используем. Достали друиды. Глячит делает, а? Такое ощущение, что он влево ушел, если честно. Сейчас. Вот он, да. Так, у тебя 29. Ты, дружище, подходи вот сюда, тебя сейчас подлечит. Последняя. Цель отравлена. Ну а хп восстановить чё? Так, ну Синерос, похоже, все. Ласты склеил.
Мы будем пытаться сопротивляться и дальше. Просто так сдаваться никто не намерен. Но навыков не хватает, тут реально сейчас умирать, наверное, придется. Я два хода. Ну, в принципе, ты выживешь еще. Хотя, наверное, тебе лучше убежать. Если ты выживешь, то лучше убежать сейчас. Тут даже больше проку будет от тебя. Жаль, нельзя тебе какую-то... Хотя вот, давай попробуем. Оборону вот эту использовать. Что-то вроде есть. Let's protect it together. Так, живи, живи, родной. Все будет хорошо. Но вряд ли кто-то попытается прорваться. Но ты в любом случае в дозоре стой. Еще один ход, ты выживешь. Подкрепление будет подходить здесь. Насколько я помню, они там появлялись, поэтому ждем. О, они наплевательски мимо пробежали просто. Я надеялся, что сейчас наши начнут их рубить. Кстати, скользящий. Блин, они убегают, вот это вот. И наши их даже не ударили. Вот это вот я понимаю.
Можно вот так ударить. Как раз сбить с нее защиту. Так, семнашку. Есть контакт. Отражение урона сработало. Так, небольшую перевязку делаем. Теперь окружение. О, бестию положил он за счет этого навыка. Здесь мы сражались храбро, но этого было мало. Вот этот засадник меня... И здесь зря мы встали. Очень зря. Иди твою за ногу. Я не собирался этого делать. На самом деле я не собирался этого делать. Там еще и бестию положили. Бестия широко... Ой, бестия. Подкрепления широко подходят. Тут ничего не сделаешь. Увы, но это да. Поражение. Достойное. Смотрелись очень даже хорошо. Хотя нужно... Подожди, лук Огмы. Почему лук Огмы? Нет, не этот лук. Он здесь очень не кстати, этот лук. Ладно, давайте. Похоже, действительно тут нужно... Ну, победить вот вроде бы. Осталась парочка, да, бойцов. И не хватает. Собрала весь урожай. Прости, братец, но тебя уже никто не поднимет. Сади ногой. Скользящий. Стой.
Да что вы попасть не можете по этому бойцу? Да, подкрепление подходит, нам просто сейчас не хватит. Мы забрали очень многих. Здесь даже не горят, видите, там через столько-то ходов умрет там или еще что-то. Вообще этого нет. Это уже целый час, битый час мы с ними сражаемся. И цель стабилизировалась. То есть, ну, задание вот... Я пытался избежать того, что нам предлагали сделать, то бишь проиграть. Ну, пока так. Там я знамена не стал ломать, а пофигу на них. Чё эти знамена ломать, они останутся у них в тылу. Хотя лучник там будет. Ну, стоило, кстати, конечно, сломать. Но я пытался вот изо всех сил как-то избежать этого поражения. И казалось в какой-то момент, что можно. Но с другой стороны, если здесь нужно умереть, мне кажется, даже если мы всех перебили бы, эффект... остался бы таким же. Давайте умирать так с музыкой. Поджигает мое знамя. Кстати, тут ловушки свои же. Его не добил. Выстрел.
Хотелось бы сломать систему. Ой, как хотелось бы сейчас. Но невозможно это. Подкрепления будут подходить вновь и вновь. Мы лишь пока что. Тянем время. Но здесь уже, наверное, сколько времени ты продержишься, сколько волн. Было бы круто, если такую статистику тут нам показали. Вдруг этот обезьяний сын сюда побежит. Он же может на гору сейчас. Я тебе рано. Не будь лучников! Прям вот реально можно было бы убивать толпы их. Лучники-ассасины слишком хороши. Но нас не так просто взять. Римляне не сдаются. Да, он, кстати, побежал вот сюда. Но все. Цеза сломался. Кто-кто? От тебя мы не ожидали, Цеза, такого. Уж я-то не думал, что ты сломаешься. Скользящие еще пошли вылетать. В общем, мы режим выживания включили на максимум. И отказываемся выполнять приказ, согласно которому мы должны умереть. Так, а ты еще и отражаешь, да, первый удар? Ну ладно. Ну давай, критический удар сейчас заставит действовать ее неразумно. Хотя нет, в упор, но не критический, к сожалению, удар. Мы усеяли эту землю трупами врагов. С головы ей! Скользящий всего лишь. До лучника Цеза может добраться, но... Давай, через огонь. Да что нам уже терять? Уже очевидно, что нужно проиграть, да? Кто скажет, да уже давно это было очевидно. Но нет.
Римляне не сдаются. Ох, тут еще одна ловушка, которую я еще и не задействовал. Интересно. Промахнулась. Чем больше мы заберем этих предателей, тем лучше. Кстати, могла Калиду ударить. Это было бы куда опасней. Но меня эти невидимки очень жутко раздражают. Чувствую, что они подходят так яростно, как подкрепление это. Конечно, крайне неприятно. Все, он на следующий ход ляжет уже. Скользящий. Чтобы Калиде не получить удар. О, тут еще одна ловушка. Блин. Даже у тебя уже рука задрожала. Красавица. Ох, тут ловушек-то полно. Look at me. You're fine. Fight now. Так, ну ты сейчас доспех, скорее всего, сработает, и он еще выживет. Вот. А вот после этого удара уже не выдержит ничего. Наши могут дрогнуть. После такого. Давайте хотя бы еще по одному ударчику сделать. Цезо. Ну и бардак. Все идет по плану. Так, воины, вычистим это крысиное логово. Торопиться нам некогда. О, как. Убейте достаточно галов, чтобы подорвать их боевой дух. 10 осталось живых. Умрите с честью. Но вождей-то мы уже уничтожили. То есть, получается, эти идут нас спасать, и здесь остается... Все так, как мы завершили. Ладно, друзья мои, давайте завершим на этой ноте серию. Но сегодня мы знатно сражались. Сегодня была победа очень близка, но, к сожалению, задача была такая, что умрить. Это режим выживания. Это режим римлян на максималке. До следующей серии, с вами был Вир, всем добра. Пока-пока.